Так, пью воду. Потому что кофе я уже выпила. Если я выпью второй раз кофе, то будет слишком, too much. Заодно покажу свою любовь к кружечкам. Сегодня покажу кучу покупок. Хотела делать видео обзор на парфюмы. Может быть, и сделаю потом, но сейчас вот накопилось, хочу показать. И начнем. Вот такую кружечку купила классную. Вот эти филины, да, это так классно. Эта тема мне всегда очень нравится. Еще одну кружку купила, между прочим, дизайнерскую. Вот написано Шарли Харпер, Тодд Олдхам и Фиш Эдди. Так вот, вот это вот Тодд Олдхам, это модельер, и у него даже есть духи Тодд Олдхам, и они у меня даже были. Но тогда как-то мне они не очень нравились, в общем, я от них избавилась. Но сам по себе Тодд Олдхам, как модельер, славился тем, что у него какие-то вот такие вот угловатые модели одежды. То есть даже вот связано что-то вот так с короной. Помню, на крышечке было вот такие вот резцы, как будто бы это корона. Вот сегодня такое солнце непонятное. Буду показывать все равно, потому что запланировала. Так, что делать? Значит, хотела еще покрасить вот таким вот лаком сверху, но у меня не хватает времени, что ли, или хватает. То есть самый эффект на ногтях, когда сверх черного. Вот, сразу. Может быть, я тогда уж сразу до пары покрашусь, так сказать, на виду. У прохожих на виду. Вот. У меня вообще в последнее время такая экономика должна быть экономной. То есть вместо того, чтобы смывать смывкой, я беру тупо и закрашиваю лаком. И вот так вот будет. Значит, чашечки я вам показала. И еще я накупила кучу стекла. Так, сейчас притащу. Такие у меня штаны новые, синенькие. Видно? Ну все, посмотрели. Перед тем, как показать стекло, покажу вот такую милую, премилую вещицу. Можно сказать, что это мыльница, но я не буду ее использовать как мыльницу, а я и буду ее использовать как, скажем, маленькую такую ванночку для сережек. Например, взять вот так вот и положить свои серьги. У меня тут их, кстати, у меня на другой они вазочке, они просто висят, как висюльки, да? А можно, кстати, положить кольца. Вот так. Так вот, тут написано FF Japan. Если видно, сегодня ужасное, ужасное освещение, непонятно почему. И написано 1987. Вот так вот выдавлено. Ну, конечно, я схватила, мне так нравится, 87. Мне было 20 лет. Вот как не взять такую вещицу? Это же раритет, ни разу не использованный. Далее. Стекло. Такая вот красота. Лебеди. Ну, кстати, у меня мало-помалу уже набралась коллекция лебедей. И вот этот мне очень понравился. Мало того, что здесь фиолетовый и розовый. Такое сочетание я часто делаю в своей одежде. Что-нибудь одеваю розовенькое и фиолетовое одновременно. А тут бац, еще и вазочка. Да что такая классная. И это не китайская китайщина, а это Италия. Или это... Да, это написано Arte Murano Made in Italy. Вот такая вот вещичка у меня.
Даже непонятно, для какой цели именно такая вазочка. Наверное, просто чтобы радовать глаз. Потому что ну, цветы сюда не поставишь. Тут есть, конечно, емкость, но мало. Кольца туда не засунешь, потому что будешь долго вытаскивать. Если только серьги повесить на вот эти шеи лебедей, и то они будут слетать, потому что они такие покатые. В общем, бесполезная абсолютно вещица, но мне нравится ужасно. Но вот эту вот вещицу я купила, я мега как рада. Это какое-то такое стекло дорогое. И мне даже говорили когда-то, есть такой канал по винтажу, они как раз-таки смотрят на стекло. И вот это вот стекло такое ужасно тяжелое, дорогое, какое-то надувное. Оно как-то называется, ну как я забыла. Это, я так понимаю, пепельница, смотрите. Сюда ставишь сигарету. Ну как можно вообще сигарету вот в такую красоту? Это же как кощунство какое-то. Вот. Я считаю, что сюда самый раз положить какие-то украшения и поставить, чтобы оно сияло на солнце. Ну это же кайф. Это у меня уже вторая вещь из такого стекла. Мне нужно загуглить, или кто знает, напишите, пожалуйста. Вот смотрите, как это сделано. Здесь, скорее всего, на полкило будет вазочка. Маленькая, да удаленькая, да? Сюда можно складывать стекло. Вот такого плана. У меня она в другой вазочке лежала, теперь я не знаю. Поставить сюда, но тогда она будет царапать. У меня еще вот такого плана стекло есть. Листик. Я его пока поставлю, а потом я придумаю, куда мне это определить. Вот еще. Упс. Вот такая вот веточка. В общем, это вот просто кайф. Я так хотела похвастаться, вот хвастаюсь. И это же из этой серии я покупала давно. Вот, я так подозреваю, тоже это или какая-то вот вазочка, или для сигарет, я не знаю для чего, я использую ее для браслетов. Вот они такие две, такого плана, ну это уже, это дороже будет, я думаю, намного. А теперь немножко ностальжи. Этого Клиста я уже вам показывала. Читайте. Made in USSR. Сделано в Советском Союзе. И тут написано ЛФЗ. Это клеймо. Ленинградский фарфоровый завод. Купила я его здесь. Ну как не спасти? Это же прелесть. Помните, в детстве у наших родителей, у тех, к кому мы ходили в гости, обязательно были какие-то фигурки там оленей, каких-то зайчиков, каких-то еще птичек. У нас дома такого не было. У нас в основном хрусталь и фарфор. А вот именно таких вот фигурок почему-то мама не озаботилась купить. А мне нравится. Такая ностальгия, как будто вот опять вернулись с детства. И по субботам, воскресеньям или к нам приходили гости, или мы ходили в гости, ну, с мамой, с отцом ходили в гости по гостям. И у них обязательно у кого-то были вот такие всякие фигурки. Или там эти ковры с этими оленями тоже. В общем, расскажите свои истории про ковры на стене и вот такого плана вещи, которые почему-то сейчас настолько умиляют и даже не раздражают, а приносят какое-то удовольствие. И вот еще такого же плана, но это не такая ностальгия Советский Союз, да, а это, скорее всего, ностальгия США или Англии, но сделана в Японии, я так понимаю. Сейчас скажу. Да, Japan, опять же. И это у меня такая вот вещица с музычкой. Упс. Короче, надо ее поставить, она так не будет играть на весу. И
вот такая вот шкатулочка, а-ля, вернее, музыкальная вещичка. Японцы любят такое. Уточки катаются на свидание. Ну как, разве не кай? Это у меня будет мини-видео по украшениям. Такие серьги, и у меня где-то есть именно такого же плана колье с прошлого года. Серьги я купила в этом. Но я еще купила такие же серьги, но только более бордовые. Так они выглядят, такой кай. Потом такого же плана колье и браслет. Так, сейчас вытащу браслет. Вот, вытащила. Вообще желательно померить на руке. Ну вот так, как будто бы я его надела. Так, это еще не все. Здесь такого же плана колье. Может быть, я как-то наряжусь специально в такое колье. И я купила еще наборчик. Такое же колье и такие сережки. Но уже без браслета. Это у меня будет что-то, я оставлю себе, скорее всего, колье, а может быть, просто серьги, а остальное на подарки. Потому что мне и так слишком всего много. А вот эту брошку я уже использовала, мне просто хочется еще раз показать, мне она нравится. Но я думаю, что мне с ней делать, использовать еще или как? Подумаю, что скажете. Вот, в принципе, все. Еще у меня... Так, я была, так как обычно, я была прервана на самом последнем месте. Я просто хотела сказать пока. Покажу уже самый мой любимый вот этот вот улов. И бай-бай. Маленькая приписка. Я только сейчас поняла, что это кит. А это тюлень.